Совершенно потрясающая какая-то идея. Я вот читаю то, что функции и задания, которые должен получить прокурор громады, что вообще происходит? Не говоря уже о том, что в принципе эти инициативы, они вообще вразрез с Конституцией идут. Скажи, пожалуйста, все ли на месте в Генеральной прокуратуре, в голове Генерального прокурора? Как ты оцениваешь такие заявления? Сложно оценить, не используя при этом какие-то, да, не очень такую допустимую в публичной плоскости лексику, слова. Ну, это бред, на самом деле, извините, но это бред. Функции, задачи прокуратуры определены Конституцией, законом. Прокурор – лицо на государственной должности, но это или попытка, ну, что-то сделать, имитация бурной какой-то деятельности, вот смотрите, мы что-то делаем, да, то есть, или, ну, я не знаю, я не понимаю логику, почему так произошло и почему. Я, вот, это мое мнение, я увидел эту новость, я там отреагировал, я видел очень много реакций тех прокуроров, которые были действительно прокурорами, которых я считаю, да, то есть прокуроры, они все берутся за голову и не понимают, что там происходит. Очень жаль, что прокуратура дошла до такого уровня, что вот такие идеи, инициативы оттуда исходят. Есть такое понятие, как и испанский стыд, да, они делают, а тебе стыдно, что ты там когда-то работал, и что вот до такого уровня там все это произошло, к сожалению.